Здравствуй, Танюша! Хорошо, что зашла. Что там у тебя стряслось? Ай-яй-яй, произнесла запрещенные заклинания. Заклинание чумы Дель Торт. Так сказал Сардонапал. Да знаю. Древнир называл его заклинанием хаоса. Просто удивительно, что все живы остались. Ты знала его раньше-то? Нет, откуда? А мальчишки не верят, думают, обманываю их. Ладно, давай-ка отвлекись. Помоги-ка мне с костеростками. С чем? Насекомые такие, магические. Вон в банке кости сращивают. Скоро чемпионат по драконболу. Ой, много их понадобится. А как помочь-то? Я их кормлю особым варом. А для заправки, понимаешь, лучше всего подходят котлеты. Котлеты? Ну да. Ступай-ка, принеси мне котлетную скатерть-самобранку. Вон из зала двух стихий. Там у двоих из ларца попроси. Заодно и развлечешься. Хорошо, попробую. Малютка Гроттер, три красные искры, very good. Ты не думал перейти на мое отделение? Да вроде нет. Обязательно подумай, такой талант. Я составлю тебе хорошие протекции на темные отделения. Двое из ларца. Дайте-ка мне котлетную скатерть. Не положено. Только по распоряжению академика Сардонапала. Вот так, значит. Неохота мне сейчас с академиком встречаться. Дедушка Феофил, можешь подсказать, как мне скатерть раздобыть? Двое из ларца только Сардонапалу подчиняются. Исправить сущность очень сложно, но внешность можно изменить. Это что, загадка? Это руководство к действию. Сапиенти сад. Для понимающего достаточно. Ну-ну. Малютка Гроттер, ты что-то хотел мне сказать? Профессор, а что такое исчезающий этаж? О, это есть странный парадокс замка. Появляться, когда хотеть, и исчезает без предупреждений. А как на него попасть? Никто не знает. Даже Сардонапал. Многие искали туда проход, но нет никто живой, кто нашел его.
Малютка Гроттер, ты что-то хотел мне сказать? Профессор, вы не могли бы мне подсказать кое-что? Такой способный ученица, могу и подсказать. Как можно быстро изменить внешность? Ну или хотя бы голос на чужой? О, это можно сделать. Хорошая шутка в стиле «Темный маг». Используй заклинание «Voices изменятус». Кто это там еще болтает? Это есть вы, магистр Феофил? Кто это назвал меня по имени? Ах да, малютка Клоппик. А ну, марш в угол, дрянной мальчишка, и не смей выходить до конца урока. Я? Как вы смеете? Если еще раз увижу, что ты грызешь пальцы на ногах и прячешь под одеялом скунса, это станет известно всему тебе доксу. Надеюсь, Гроттер, фи никому не говорить об этом. О, конечно, нет, профессор. Подумай хорошо над моим предложением о переход на темное отделение. Три красные искра. Очень зергут. Ну и дела. Так вот какие штуки вытворял когда-то Клоп. Ха-ха, малютка Клопик. Voices изменятус, сэр Донопал. Двое из ларца. Дайте-ка мне котлетную скатерть. Сию минуту, академик. Ишь ты, сработало. Пойду лучше скатерть Яги отнесу. Вот, принесла. Вот, молодец, выручила. Теперь костеросточки живо подрастут у меня. Ну-ка, вот тебе одну. Чую, может тебе пригодиться. С небольшим переломом она спокойно справится. Спасибо, конечно, но буду надеяться, что не понадобится. Ну, ступай и не расстраивайся из-за Ягуна с Ванькой. Настоящие друзья не смогут долго обижаться. А еще я хочу, чтобы ты кое-что запомнила и ничего не боялась. Магическая сила не может исчезнуть, когда исчезает сам маг. Она ищет себе нового хозяина и находит его. А как использовать эту силу? Решать ее новому владельцу. Никто не может заставить его творить зло, если он сам того не захочет. О, я умираю. Плачьте все, не жалейте носовых платков. За новыми уже послали. Что стряслось на этот раз? Печень с селезенкой устроили бойкот желудку. Смейся, паяц. Недолго уж остался. Я встретила сегодня ночью короля призраков и думаю, что дни мои сочтены. Короля призраков? Где? Возле мастерской магических предметов. Я раньше так любила поплакать там в одиночестве. А теперь там все время кто-то шатается, особенно ночью. Топает, мешает плакать.
И статуя рыбы так громко скрежещет? Статуя рыбы скрежещет? Конечно. Он же ее двигает все время. Кто двигает? Король привидений? Да нет, не король. О, жалкая тупица, ты отравляешь мне последние минуты. Зачем королю что-то двигать, когда он может проходить сквозь стены? Говорю же тебе, что король там был не один. С ним еще шел какой-то тип в оранжевой мантии. Ты его не рассмотрела? Я же была в шоке. Да и вообще, я не приглядывалась. Я заочно презираю всех, кому безразлично мое здоровье. А теперь прошу прощения. В это время суток у меня по плану 20-минутный обморок. Опять эта статуя. Да еще к тому же и отодвигается. Неспроста все это. Надо бы проверить. Тьфу ты, кляксу посадила. А она мне теперь рожи строит и не стирается. А она и не сотрется. Для магической кляксы особая промокашка нужна. У тебя есть? Не, сейчас нету. У моей бабуси есть. Хочешь, я сбегаю в магпункт? Нет, сама схожу, проветрюсь. А то мозги уже сварились вкрутую. Это Древнир, основатель Тибидохса. Стоп! А что это там за разговор? Простые разговоры по ночам не разговаривают. Надо бы подслушать. Вдруг что интересное. Подслушивать чужие разговоры, как рыться не в своем белье. И некрасиво, и испачкаться, возможно. Да я в полушка. Вдруг что важное. Такие дела тут творятся. Почему вы не скажете им правду? Какую правду? Правду про то, что происходит в Тибидоксе, и про то, что случилось вчера ночью. Они не должны этого знать. Я убедил Сардонапала держать все в секрете. Это может посеять панику. Возможно, через несколько дней придется закрывать не только лестницу, но и всю башню. Значит, он еще не перестал пульсировать. Мои заклинания уже почти его не сдерживают. Кажется, что там открылась воронка, втягивающая все в себя. Но такое... такое же бывает только когда этаж захватит добычу. Похоже, что и на сей раз он ее захватил. И самое скверное, мы до сих пор не знаем, кто туда проник и как проник. Вроде бы все на месте. Ишь ты, какое дело. Воронка открывалась уже трижды. Прям башка трещит от всех этих мыслей. Тибидокс всегда умел хранить свои тайны. Вот это да! Воронка на исчезающем этаже и три жертвы! Надо срочно рассказать ребятам. Ну что, взяла промокашку? А? Да нет! Я сейчас услышала разговор Тарараха с Поклёпом. И чего? На исчезающем этаже открылась какая-то воронка, и было уже три жертвы, но никто не пропал. Объяснение может быть только одно, довольно скверное. Какое? Представьте, что все, кто побывал на этаже за последнее время, каким-то чудом сумели вернуться и теперь среди нас. Заметим мы, что они пропадали? Нет, конечно. Мало ли кого не было на месте час или два. Ерунда. Если бы кто-то побывал на этаже, он бы точно об этом рассказал. Не удержался бы. Это же такая слава. Подумать только, вернуться живым с исчезающего этажа. Может, и разболтал бы. Но разболтал бы, если бы остался прежним. А предположим, эти трое вернулись назад уже другими, порабощенными мощной магией, жалкими зомби, рабами короля привидений и той, кого нет. Ты думаешь, Чума Дель Торт там, на этаже?
Я не знаю, есть она там или нет, но исключить такого нельзя. Я просто предположил, что эти трое вернувшихся, трое шпионов, теперь прячутся где-то среди нас. Ладно, мамочка моя бабуся. Утро вечера мудренее. Пошел я к себе. Тебя не поразила осведомленность Ягона? Но что он так быстро просек, что зомби той, кого нет, прячется среди нас, и поэтому нельзя определить, кто был на этаже, а кто не был? Вообще-то да. В два счета расколол. Просто как сыщик. И на исчезающий этаж он еще пытался пробраться. Помнишь? Ну, он еще на магическую преграду нарвался и скакал потом лягушкой. Так-то оно так. Но мало ли куда он допрыгал на своих лапках. Странно все это. Очень странно. Нет, ты что? Баб-Ягун не может оказаться зомби. Он же Баб-Ягун. Наш Баб-Ягун. Ты понимаешь? Да ладно тебе. Может, с Ягуном все и нормально. Я и сам не особенно верю, что он может оказаться зомби. Зато другого зомби я вычислил совершенно точно. Кто он? Не он, а она. Зубодериха. Помнишь, ты рассказывала, что гробыня видела ее у магической мастерской, а потом это голубоватое свечение из глаз? Нет, она точно зомби. Думаю, нам стоит последить за ней. Согласна? Лады. А поступим мы так. Завтра, когда урок у нее закончится... Я же просила тебя больше ко мне не приходить. Это опасно. Когда будет нужно, я сама тебя позову. Я так больше не могу. Не могу прятаться, не могу ходить в черных очках. Вы уже придумали, как от него избавиться? Я пыталась, пока ничего не получается. Но его же надо срочно убрать. Более подходящего случая не представится. Я знаю, я об этом уже думала. Мы снимем его ночью, но для этого нужно проникнуть к нему в кабинет. Захвати с собой кинжал. Вы хотите, чтобы это сделала я? Неважно, кто это сделает. Главное, покончить с ним. Хорошо, я постараюсь достать кинжал. Значит, договорились. Встречаемся в 3 часа у кабинета Сарданапала. Зубодериха и Лоткова хотят убить Сарданапала, заколоть его ночью кинжалом. Хорошо, хоть Баб-Ягун тут ни при чем. Куда? Надо срочно предупредить Сарданапала. Куда? Надо срочно предупредить Сарданапала. Куда? Надо срочно предупредить Сарданапала. Гроттер, позволь спросить, разве у тебя сейчас не ветеринарная магия? По-моему, сегодня ваш класс проходит аспидов. Очень важная и ответственная тема. Мне нужен Сарданапал. Ты прогуляла занятие, чтобы найти Сарданапала? Это уже интересно. У тебя к нему что-нибудь срочное? Да, очень. Вопрос жизни и смерти. Сарданапал сейчас убыл по срочным делам, но ты можешь рассказать все мне.
Я передам ему, если это действительно серьезно. Я только что подслушала разговор Зубодерихи и Кати Лотковой. Я думаю, это они были на исчезающем этаже. У них глаза светятся голубым светом, и они хотят убить Сарданапала. Убить академика Черноморова? Но он бессмертен. Его можно связать, усыпить, заточить в каменный мешок, но не убить. Если же Лоткова и Зуби действительно были на исчезающем этаже и вернулись, а это почти невозможно, то наверняка подверглись воздействию зомбирующей магии. Но что же делать? О Зубодерихе и Лотковой больше не думай. Поверь, тебе не о чем беспокоиться. Я во всем разберусь. Как действует зомбирующая магия? Это самая отвратительная магия из всех существующих, поскольку она отбирает у волшебника его личность, высасывает, как лимонную дольку, превращает в ничтожество. И никак нельзя этому противостоять? Только сильное чувство, дружба или любовь могут освободить человека от влияния этой магии. Но оно должно быть настоящим. Расскажите что-нибудь о моем отце. Твой отец, конечно, тоже был не паинькой, когда его только доставили в Тибидохс, а было ему тогда лет 12, он изготовил динамит и попытался взорвать золотую рыбку. Зачем? Ему, видите ли, захотелось выяснить, каким образом она исполняет желания и чем ее анатомия отличается от анатомии обычных рыб. Якобы для того, чтобы сделать всех без исключения рыб волшебными. Если золотая рыбка не всплыла брюхом кверху, то лишь потому, что ни одно оружие лопухоидов здесь не срабатывает. Ну вот, и ты точно такая. Поклёп потом постоянно требовал, чтобы твоего отца перевели на темное отделение. Но мы с академиком за него заступались. Мы же видели, что Леопольдом движет не злоба и не корысть. Он был скорее ученый. Я, пожалуй, пойду. На ветеринарную магию ты уже не успеваешь. Договорись с Тарарахом об отработке. Кроме того, попытайся больше времени уделять учебе. Твой отец был бы недоволен твоей успеваемостью. Сам он всегда был отличником. Ну что, Тань? Позже. Как тут у вас? Да мы тут, мамочка моя бабуся, облазали уже все вроде. Может, она и не двигается вовсе. Может, недолеченная дама напутала все. С привидениями такое бывает. Ладно, постойте на шухере пока, а я посмотрю свежим взглядом. Глядишь, чего и найду. Без магии тут явно не обошлось. Красиво, ничего не скажешь. Вот оно как! Ключик. Откуда бы это он?
Попробую. Может, подойдет. Ключик подошел. Может быть, здесь что найду? Старый полетный пылесос. Различная алхимическая утварь. А чего еще ожидать тут увидеть? Что-то невообразимое. Металлическое. На тиски похоже. Странная шкатулка. Ни замочка, ни крючочка. Похоже, кислота там. Да, ничего необычного. Да, ничего необычного. Ого, еле успела. Однако странный какой светильник. Кислота – страшная сила. Как я только среагировала. Молодец, Танька! Мамочка моя, бабуся! Получилось-таки! Как смогла-то? Смотрите, под статую колодец. Сдавайтесь! Вам не уйти от возмездия! Немедленно бросайте свои волшебные кольца! Эй, вы чего? Сбрендили, что ли? Кать, своих не узнаешь? Молчи, Ягун! На глаза их посмотри. Дубль второй и последний. Сдавайтесь. Да вы чего в натуре, а? Ягун! Замораживающая магия. Таня, прыгай скорее в колодец. Мы же не знаем, что там. Прыгай, говорю, хуже не будет. Стойте! Немедленно остановитесь. Эх, чтоб мне мягко приземлилось. Ванька! Ванька, где ты? Куда же он подевался? Это что же? Я на исчезающем этаже? Так вот, значит, где проход был под статуей. Вряд ли с мостом что-то изменилось, а проверять мне что-то не хочется. Эй, есть кто живой? Что-то мне не по себе тут. Что это там? Ну вот, как же попасть теперь туда? Возьму. Может, и не заметят, что я тут поломала. Ага. На рычаг стало похоже. Упс, не держится она. Возьму. Может, и не заметят, что я тут поломала.
Ага, на рычаг стало похоже.